Вот меню моего сухора сегодня очень-очень скромный, дорогие мои. Вот сыр, оливочки, икорка с маслом, лепешечки, вот лимончики. Вот такой вот все в одном, короче, да, короче, это самое, это полезно. Вот при поедании вот это маслице с икорочкой обязательно с лимончиком закусываете и оливочку вот так вот. Каждый это по одной порции оливочкой. Вот, тогда для вашего организма наступит самый такой благоприятный момент, что организм ваш будет радоваться, танцевать и петь песни. В общем, и это вот такая энергия, вот такой комплекс, вот такой завтрак, сухур, вам обеспечит полноценную жизнь до самого вечера, до ифтара. Вот. А чтобы витаминчики были, вот, компотик вот такой вот с абрикосами. Вот, насладитесь вот этим. И можно еще пол кружечки чая. И все. Вот. Вот такой вот у меня сухур. Вот. Скромненький, полезный, питательный и, можно даже сказать, лечебный. Всем хорошего дня!